Добрый вечер. Здравствуйте. Я Махорина Надежда. Я прошла курс, два курса закончила от Алены Арис. Это мастер-классы Таро через нумерологию и Таро для жизни. Второй курс. Это вот это. Мои достижения. Что я могу сказать? Я с Аленой наблюдала еще, пока у нее курсов не было. Даже сказать, как бы. Вот. Посещала много бесплатных вебинаров у других тарологов. Ну и у Алены тоже. Решение приняла после мастер-класса тоже от Алены. Когда Алена. И я увидела, что как Алена проводит мастер-классы и как другие тарологи проводят мастер-классы, это больше так никто не, так не проводит, как Алена. Уже на первом мастер-классе Алена уже дала такие знания, что в принципе можно было брать карты в руки и уже делать предсказания. Да, это правда. Вот. И потом вначале я прошла мастер-классы, 12 уроков, что там Алена дала нумерологию, не только карты, но и нумерологию. Кстати, очень интересные мастер-классы, такие, во-первых, позитивные и информативные много. Алена настолько, вот я за что ей благодарна. Она не только грамотный таролог, который много знает, но еще и щедрый. Столько бесплатных материалов, столько нужных вот именно материалов, которые нужны для работы. Ну, это кто хочет продолжать работать по таро, то у Алены больше, мне кажется, больше ни у кого столько такой информации больше нету. Настолько это информативно, настолько это интересно, настолько это понятно. Самое главное, понятно. Понятно. И потом, когда я уже стала уже на курс, когда записалась, никто этому не учит. Как пойти в контакт со Вселенной, да? Пойти вместе с ней. То есть Алена вот она дала свои трактовки, да? Я ни одну не открыла, я так ни одну еще не открыла и не прочитала ее трактовок. Ну вот только, знаете, по профессии здоровье открывала, да? По здоровью открывала уточнение. А по, то есть настолько смотришь на карты и идет вот эта информация, видишь эту информацию, читаешь эту информацию. Но мне вот, я не знаю, я настолько благодарна Алене вот за вот этот, за этот курс. Я повторяюсь, настолько информации много, настолько понятно, настолько интересно. И как, кстати, ее канал на YouTube, Алена Арис, обучение сразу же, вот она, вот если кто вот смотрит ее расклады, ее предсказания, она делает предсказания и тут же обучает основам Таро. Даже не основам, а какие-то секреты, какие-то, где-то там секрет открывает, где-то там секрет открывает. Если внимательно ее слушать, если вот кто понимает, о чем я. Это у нас. То есть смотреть даже вот ее эфиры, ее предсказания. И тут тоже происходит обучение. Она все время обучает внимательно. Просто надо внимательно смотреть. Ну вот, кто внимателен, кто обучается, вот он результат. Угу. Вот, мастер-класс и.
Таро для жизни. А еще Таро, во-первых, в общем-то, я советую Таро учить всем. Во-первых, у Алены недорогие курсы, это все недорого. Я за то, да, вот кто особенно этим интересуется, обучаться Таро всем. Это развитие интуиции. Ты уже на мир смотришь совсем по-другому. Людей по-другому видишь. Это очень даже, это в первое время это даже удивительно. И чудно. Ну, ничего, привыкаешь как бы к этому. Но, тем не менее, я знаю, что посмотришь на человека и уже знаешь, ну, многое можно рассказать про этого человека. И свою жизнь, во-первых, приводишь в порядок. Во-первых, распорядок дня, распорядок становится более, как это сказать, как режим, да, вот, ну, то есть порядочный такой, порядочный. Ты встаешь, там, все, у тебя уже размерено, ты уже знаешь, чем заниматься, не ходишь, не моргаешь полдня, да, все уже заканчивается у меня. Вот. Очень, это очень интересно для себя, во-первых. Это же в порядок приводишь свою жизнь. И ты знаешь, что вот, допустим, обращается тот человек, да, и ты даешь совет, и ты даже не знаешь, откуда этот совет пришел. Ну вот как-то так. В общем, Алена, я вам бесконечно благодарна. Я жду руны. Надеюсь, что еще руны у вас обучение пройду. Так что спасибо вам большое, благодарю.